Денис, я слышал, ты сейчас сказал, сегодня что? У меня бонус $1,000 уже. Сегодня? Браво. А сколько времени сейчас? Сейчас 11.25, 25 января, и сегодня ты уже заработал $170. С чем тебя и поздравляю. Плотный? А слушай, а раньше это было? А сейчас уже за эти 10,5 месяцев, то есть именно Сегодня уже попадаешь на тренинг как партнер. Смотри. Нажми, пожалуйста. Давай счастливо. Такая примерно обстановка рабочая. Закрытый отель, 25 человек из разных городов и стран имеют возможность с утра до глубокой ночи, а может быть и ночью, иметь деловое общение, обмениваться опытом, рассказывать друг другу секреты и фишки своего бизнеса.
вести бизнес непосредственно отсюда. Они уехали, оторвавшись на неделю от дома, но ни на секунду не оторвались от своего бизнеса. Они его ведут прямо отсюда. Они общаются, разговаривают с людьми, рассказывают о продукте, продают его. И таким образом бизнес развивается, доходы растут, и за эти неполные 7 дней у всех, без исключения, резкое увеличение бизнеса. Есть определенная методика, определенный подбор идей, фишек, материалов, которые позволяют осуществить такой рывок. В индустрии MLM это нечто новое. Итак, продукт, который позволяет экономить топливо, защищать двигатель от всякого разбодяжного бензина и соляра, которым грешит наш топливный бизнес. Все заправки перенаполнены всяким дерьмом. И рекомендации официальные: не заправляться в воскресенье, не заправляться на заправках на выезде, не заправляться на второстепенных заправках, требовать документы, проверять цвет бензина и так далее, и так далее, и так далее. Чем перезаполнены все каналы телевидения и YouTube, это всем известно, доказывать это не надо. Поэтому надо это защищаться. Ну и 10-20-30% экономии — это просто супер сегодня в условиях кризиса. Если этот продукт действительно работает, если он не наносит никакого вреда, а только пользу для автомобилей, то только идиот или недальновидный человек сможет упустить такой шанс. Если это так, то надо браться за дело и помогать людям получить в руки такой замечательный продукт. Чем мы занимаемся? Мы продаем продукты серии MPG компании FFI. Все. Поскольку мы люди современные, мы используем современные средства для продажи. Мы не стоим в ларьке на рынке, как отстойные люди. Мы не тратим деньги на всякого разного рода ерунду, связанную с обычным розничным бизнесом, с розничной торговлей. А мы делаем свой бизнес в интернете, используем электронную коммерцию, используем новые методы работы, общения с людьми. И у нас очень даже вполне приличные результаты. Но это только начало. Я желаю вам удачи. До свидания.